Доброго вечера, уважаемые зрители. Маленькое видео в рамках направления личного развития. Вы меня нередко спрашиваете, что можно делать такого быстро для того, чтобы осуществить самосовершенствование, саморазвитие, в общем, вырасти над собой, вот прям быстро. У меня есть ли у вас ответ? Ну, чтобы не отвечать каждому, вот такой видеоответ. Перестаньте советовать. Да. Вот первый блок советов. Советы непрошенные. Мы давайте представим с вами такой алгоритм, да, на бумаге. Вас спрашивали с формулировкой «дай мне совет». Если вас не спросили, все, вы вообще не советуете. Никому, никогда. Ни родственникам, ни друзьям, ни детям, ни жене, ни мужу. И да, напомню, что эти плейлисты в личном развитии очень субъективные, мое личное видение. Но вы не советуете. В принципе, не советуете. Если у вас этого совета нет, спрашивали. Обнаружите, что жить стало сильно легче. Вы значительно меньше раздражаете окружающих. И у вас появился целый ряд свободного времени. Если человек вам на что-то жалуется. Хороший ответ. Жаль, что так случилось. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Избегайте вот здесь сказать. Запятая, советую тебе там, обратиться вот к этому врачу, сменить профессию и так далее. Почему? Правило второе. Давая совет, будьте готовы стать участником его исполнения. Вы говорите ему, там, рекомендуйте обратиться к этому врачу. Вы уверены, что это поможет? Вы готовы разделить за это ответственность? Нет. И уже в этом случае, если вас спрашивают, можешь ли мне ты мне дать совет о чем-то? Задайте себе вопрос, находится ли это в зоне вашей компетентности. Допустим, если у вас спрашивают, человек говорит, у меня болит нога, вы ортопед, травматолог. Возможно, вы можете дать какой-то совет. Например, меня если спрашивают какие-то советы, я всегда задаю себе, во-первых, вопрос. Человек спрашивал ли у меня это? Спрашивал. То есть он сказал, Александр, дай мне, пожалуйста, совет по карьере в сфере информационных технологий. Хорошо. Второе. Компетентен ли я в этом вопросе? Да, компетентен. Ну и, конечно, третье. Готов ли я, давая этот совет, дать человеку не просто абстрактный совет, делай карьеру в веб-разработке, но и принять участие. Дать какие-то рекомендации. Дать не абстрактный совет, а дать конкретный набор действий, выполняя которые, он может прийти к этой цели. То есть выступить некой формой наставника. Если нет, то я скажу, что жаль. Но, к сожалению, я не могу ничего посоветовать, поскольку ваша ситуация очень специфична. Будьте крайне осторожны с советом. Если вы хотите рассказать какую-то абстрактную притчу, допустим, расскажите. Но, давая совет, лучше вообще его не давать. Что я могу посоветовать? Я скромный человек. Я не знаю, что вам посоветовать в вашей ситуации. И в данный момент я пытаюсь разобраться со своей. Я встречаю огромное количество людей, которые сыпят советами, как
горох из порванного мешка, при этом в их жизни существует миллион проблем, с которыми они не то что не разобрались, они еще и не пробовали начинать с этими проблемами разбираться. Но они энергично советуют об этом окружающим. Выглядит как минимум нелепо. Потому что, во-первых, это смешно. Когда совет об успешной карьере дает человек, который сам эту карьеру не сделал. Во-вторых, зачем это трата времени? Вы же хотите сэкономить время, которое вы потратите на саморазвитие, на самосовершенствование. А вы дали совет, вам потом звонят люди, задают, вот мы поступили так, как вы сказали, а просто получилось не так. Поэтому я ничего вам не скажу. Я могу вас проконсультировать в области информационных технологий, например, применение фреймворка платформы 1С или фреймворка Bit324. Пришлите мне описание на почту конкретной проблемы, там цена часа вот такая, я дам вам конкретную консультацию. Это я могу. А давать вам какие-то советы? Нет, не буду. Ко мне обращаются, говорят, вот Александр, как сделать успешный интернет-магазин? У меня есть ответ, никак. Никак. Вот в такой формулировке никак. Никаких советов я вам не дам. Давайте с вами сформулируем цель, целевую аудиторию, что вы будете продавать. То есть мы проведем некую работу. Это будет консультация. В итоге она потом обойдется какую-то сумму денег. То есть количество часов, умноженное на цену часа. Исчезают, как туман под солнышком. Очень рекомендую воспользоваться таким подходом. Потому что если вы доктор, то есть у нас по здоровью вообще на Руси советуют почти все. Включая кучу людей, которые к медицине не имеют ни малейшего отношения. Если вы доктор, то вам почет и уважение. И, конечно, опять же, можно обратиться к вам в медицинское учреждение для прохождения консультации и лечения. Если вы учитель, тоже почет и уважение. Ну и всякой профессии достойный почет и уважение. Но когда учитель раздает советы по медицине, а медик говорит, как учителям учить детей, ну вы меня поняли, я надеюсь. На этом спасибо за внимание. До свидания.